Видите, в чем дело? Я учу вас кроить всерьез. Не простые какие-то халатики и домашнюю одежду, чтобы вы умели делать. Такой информации без меня в интернете полным-полно. Я так считаю. А у меня задача другая. Честно, аккуратно, без суеты. Сколько учатся на курсах закройщиков, вот даже взять хотя бы, да? Ну пусть там не в институте, где вас учат конструированию. Ну, на курсах даже на каких-то, ведь учат очень долго и рассказывают очень медленно вот это все. Там системы, конечно, свои, там подход немножко другой. Но ведь вспомните, кто когда приобретал профессию, сколько мы учились. Поэтому я не хочу делать из этого проекта какую-то популистскую такую вот задачу, да. Я хочу действительно донести до вас вот эту информацию со всеми подробностями для того, чтобы кто захочет их усвоить, он мог это усвоить и применить. Так вот, давайте, мои хорошие, мы не можем с вами дальше продолжать работу, пока кто-то из нас что-то не выполнил. Поэтому я, конечно, предполагала, что будут и такие отличники, которые все сделают, а будут и такие, которые не успеют что-то сделать. Поэтому я решила все-таки построить вместе с вами и выполнить вот это домашнее задание, но буду это делать побыстрее. Не так подробно и обстоятельно, как рассказывала первый раз, а уже несколько, ну, в ускоренном темпе. А те, кто не сделал сегодня домашнее задание, они возьмите, пожалуйста, в руки ручку, карандаш, откройте тетрадку или где вы там работаете, подготовьте себе